Земекис снимет фильм с Хэнксом в главной роли. Главный герой остается последним человеком на Земле и строит робота, который сможет позаботиться о его любимой собаке. Режиссер Роберт Земекис станет продюсером нового фильма в жанре фантастики «Байос», главную роль в котором сыграет Том Хэнкс. Как сообщает Deadline, действие фильма развернется в постапокалиптическом мире. По сюжету главный герой остается последним человеком на Земле и строит робота, который сможет позаботиться о его любимой собаке после того, как его самого не станет. Авторы сценария – Крейг Люк и Айвор Пауэлл, «Бегущий по лезвию», режиссер – Мигель Сапочник, «Игра престолов». Продакшном занимается компания Стивена Спилберга. Съемки картины «Байос» запланированы на начало 2019 года. Триллер «Сферы» с Хэнксом и Уотсон стал хитом сети. Ранее популярный портал Ranker организовал опрос с целью определить лучшего актера всех времен по мнению пользователей. Лидером рейтинга был признан Том Хэнкс. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.